Zombie Apocalypse. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Humpback Game. И сегодня мы продолжаем продолжение Devil May Cry 3. Вот, собственно, и на ваших экранах. О, пчелку поймал. Ух ты, вот такой дождь по мне. Неудивительно, что небо кажется таким забавным сегодня. Отпусти! Отпустить? Но будет жаль, если ты станешь таким красивым пятнышком внизу. И нафига ты это сделала? Я тут пытаюсь помочь тебе, а ты благодаришь меня выстрелами. Ха. Ну и ладно. Делай, что хочешь. Так значит, он тоже демон. Я уже начинаю думать, что мне не везет с женщинами. Да уж. Дуэль демонических братьев. А, да ладно, нет. Я не хочу. У меня нету денег. Чтобы сражаться с ним. Мать твою за ногу. Нет. Артемида, как тебя использовать? Сейчас посмотрим. Блин, никак нет. Артемиду вместо двустволки попробую. Я не помню, что она дает. Что она делает. Но сейчас узнаем. Давай. Вот она что делает. Она вот так подстреляет. Хорошо. Ебать, у меня тут рука. Просто лютая рука. Так, что здесь? О! А, ну я отсюда пришел, я понял. Базар 0, идем дальше. Так, а что тут? Ну понятно, короче, мы тут кошелку какую-то поймали, это ясно. Ну погнали дальше. Так, палата восхода. Да не вопрос. Интересно, если я вниз упаду, я помру? Но нет, надо туда падать. Блин, монетки хочу. Там много. Мне нужны монеты сейчас. У меня нет ни хера. Просто я нищеброд. Так, что здесь? Что это за место такое диковинное? Ладно, ну потом сюда войдем. Сейчас, короче, долетим. Вот, потому что там же надо было наверх. Сколько я помню. Монетки. Да, вот он, зеленая дверь. А, ну и все, да, мы дошли. Ну давай, давай. Черная бездна. Бездна. А что за дела? А, вот здесь что-то он ее и сбросил. Ну да. Так. Опа. Да. Я помню вас, уроды. Чмошники.
Ай! Ай, да блин, ну ж... Да не... А-а-а! Ну черт подери! Это был фейл. Ай! Да... Я так все просажу. Ну, блин, в принципе, хуйня. Опа-на, это что такое? Это что такое? Это что с это такое? Аптечка! Эбонися. Так, ну туда, я так полагаю, я не могу, да? Каменный столб, на котором высечены черепа. Справа стоит такой же столб, похоже, в нем чего-то не хватает. Не вопрос. Блин, и что это, клешня теперь у меня будет по КД, что ли? Ситуация, help. Это еще что? Это что все такое? Это что такое? Новый монстр? Да, гробовщики. Призраки. Издевайся. Ах ты, блин. Оп. Да. Не просёк. А, да блин. Маленькие мои, я вас так прошу на дух. Ну блин, они все кончились, на, ну серьезно. Обидно. Вопль сирены, песчаный вопль, а печальный вопль сирены усмиряет даже самые невыставые языки пламени. О май гарно. Почему не аптечки? Я хочу аптечки, чтобы выпадали, блин. Мне сейчас они как никогда нужны. А тут есть что? Нет, нихера. Блин, вот это вот нехватка денег, но я помню, что, например, четвертый Devil May Cry, с которой я начинал, там эти души давались за уничтожение предметов, то есть, как бы, ну, ситуация была там с ними гораздо лучше, но и, как бы, ну, стоило там все. Ого-го, ого-го. Так. Так. Опацы. Здрасте. Судья битв. Только умение сочетание с магией может что-то лечь. Умение. О. Ha!
но! Да блин! Да, она слишком быстро уходит. Да, это слишком быстро. Нихера. Ну и че? Давай, давай! Давай! Ну! Отлично! Ну, блин! Давай. Сука, это сложно. Да блин, ну почти. Там последнюю на две эски надо выбить, господи. А, я не могу. У меня руки уже все это. Ну блядь, это. Пошла ты нахер, блядь. Пизда. С усами, да. Это еще что? Похоже, что этот лифт идет вниз. Он чуть не работает. Педрила, блядь. Блин, обидно, ну чертовски обидно. Ну да, моих навыков недостаточно. Или может быть надо было стиль. Come on, Whip. Две звезды жизни. А чё я тут не могу поменять? Не могу. Обидно, обидно. Пульт управления лифтом. Что-то надо, чтобы привести. Хорошо. Ай. Давай, да где это, господи. Yeah!
Я просто не понимаю немножко систему. То есть тебе нужно именно комбинировать разные приемы. Давай, давай. Ага, хуй. Да, в принципе, можно. Да, блядь. Он просто спадает, короче, слишком быстро. Заебал. Да, заебал. Ай, блядь, не могу, иди нахуй. Вот серьезно, в натуре. Ну не могу я. Блядь, это ебанина, блядь. Ой, сука, аж бесит. Есть еще что-нибудь интересное? Ничего. Ну, слезу сюда не ставишь. Это понятно. Ну, а статуи нету. Ага. А, ну это клешня меня драконит, конечно, это да. Нахер вниз. Небесная библиотека. Ух ты! Здесь помимо штата. Просто сдохла. Это самый тухляк. Так, тут по-любому что-то есть. Что-то еще есть. Жаль, что их нельзя разрубать. Что делать с этими осколками? Я не помню. Вот честно, хоть убей, ни хера не помню. Подожди. Я же отсюда вроде, да? Ну да.
Хотя их надо убивать. Сучоныш. Да, блядь, заебал. Блять, а вдруг мне эта хуйня нужна? Ну давайте попробуем еще раз. Ну нет! Ну нет! Нет, 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 не повторяй, не повторяй! Да ну слишком долго, слишком. Сука! Заебало. Вот ей-богу. Надо посмотреть стиль. Come and get me. Не то. Должны быть комбинации. Комбинации должны быть. Вот, мятежник. Комбинации. Павел мятежник. Так, ну это да, это понятно. Комбо второе. Вижу. Череполом. Вижу. Блин. Жало. Знаем. Удерживайте. Плюс, да. Время умирать. Да, это вверх. Миллион ранений. А, ну это да, это понятно. Драйв. А-а-а. Твою мать, я ж тупой. Я тебя понял. Чё, зажмите, и чё? Ага, всё понял. Ага. Идиот. Come on! Ha!
еще. А толку-то, блядь, это нихуя не помогает. Да ну нет, ну почему? Почему эта комбо не заходит? И почему из-за него у меня все сбрасывается? Пауза большая, хорошо. Блин, да это покруче битвы с боссом, ну вот, ну серьезно. Давай, 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 давай. Да ну блядь! Это вот чисто на удачу это жало использую. Я не понимаю как, ну вот джойстик и вперед. Ну я вот нажимаю. И все, да? Может надо зажать нихера. Ну это жестко, блять, я не могу. Я не понимаю, у меня не получается. Я уже просто заебался. И по-любому из этой залупы выпадет какая-то хуйня. Ну убей, пожалуйста, вот, да, наконец-то. Ну, блядь, и не заходит, ты посмотри, сука, на меня, а. А, и с предыдущей, если ты выбил на этом приеме, то он тоже не заходит, короче, понял? Тебе нужно обязательно менять прием. Да бей не той! Да я... Я уже сменил, сука, иди нахуй. Вот, ну все, серьезно, у меня бомбит с этой дичи, блядь. Я, блядь, не могу, я не знаю, это пиздец ебаный. Пошла нахуй. Просто кусок дна ебаного. Ненавижу, блядь, бесит, пиздец. Мразь. Просто конская, блядь. И куда мне тут надо? Надо, короче. А, да, я вспомнил. Все, надо сюда вставить душу, по-моему. Так, подожди. Блин. Ну! Ну давай! Блин, ну. Да ты камон, ну серьезно! Нет, не выводи меня, пожалуйста. Вот, ну не надо, меня уже выбесила та дрянь. Шлюха. С огоньками. Еще ты сейчас будешь. Давай прыгай, блядь, нормально. Не будь мудаком. Давай, давай, будь мужиком, давай. Уяк. Пошел нахуй. Тоже не хочу с тобой уже разговаривать. Ты меня выбесил. Еще и с клешней, блядь. Сука. Да, блядь, не туда, дебил. Куда ты, блядь? А-а-а, ты серьезно? Ну, да, звон. Фу.
По-другому я не знаю. Подожди, ну я ж куда-то вставлял. Не помню куда. Вот хоть... Сука, ебись. Хоть убей, да. Но не по... Да идиот. Вот так. Так. Проебал. Проебал. Я что-то не пойму, куда мне идти. Что-то я начинаю уже блуждать просто по локациям. Разве туда? Нет. Нет, не туда, потому что этот я бы смог вызвать. А куда? Куда мне идти? Come on, wimp. Мы подобрали. Вопль сирены. Чельный вопль сирены усмиряет даже самые неистовые дети. Я идиот. Я идиот. Почему вот в предыдущих все так хорошо шло, а тут вот так? Очень приятно, человек бамбук, рад знакомству. Да блин, ну это было крысятничество просто. Да блин. А, все никак не могу дейл триггер сделать. Ну это когда полетит и его. Золотой шар! Волшебник золотой шар, создан по секретной технологии, он может возвращать потерянные души. Ну это, короче, я смогу воскреснуть, когда будет звездец. Опа. Палата проклятого черепа. И чё? Эй. Подожди. А, идиот. Идиот. И надо это, по-моему, раскачать, сколько я помню. Да куда ж ты? Он же не здесь, он вот тут. Или расхуячить. Блять, расхуячить. Мне сегодня не везет на комбинации. Вообще не везет. Вот просто хоть убей. Да блять, ну разбей, ну нет! Как бы тебя так наебать? Запрыгивай. Нихуя, да?
Да, ну я почти угадал. Ну что, что? Надо было, да, нижние вот эти вот приемы использовать. А он только вот эти вот использует. Да. Папа может, папа может. Почти все, что угодно. Хрустальный череп. Вот это теперь надо возвращаться наверх. Ну началось. Опять же, да? Я заебал. Да. Да заебали. Ну вот серьезно. Ну, ну что за куропатки? Но это вообще ни хера не смешно. Он перестал брать прицел. Чё за херня? Он реально перестал брать их в прицел. Перевоплощение в демона? Круто. Фиксация, но... Маническая роль, сня на ближний бой, выстрел, действие стиля, прыжок, камера по умолчанию. Дразнить. Изменить цели. ЛС вниз. Я на ней дерусь, хожу, бегаю. И чё-то цель нихуя не меняется. Да ты откуда там еще появился, мудень? Да, ну я же успел, ну... Пошел ты нахрен. Да... Да это ну нихера не смешно уже. Да заебали. Да заебали, ну в натуре. Да вау, 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 вау. Нет. Да вы серьезно? Меня загрызли тупые куропатки, просто это жесть. Пошли вы нахуй. Охуеть. А, ну в принципе все, да. Охренеть. И нет прицела фиксации. Куда он делся? Я застрелил. Да, блять.
Да пошли вы нахер. Иди нахуй! Это вот, ну, серьезно, вот этих вот надо уёбка в первую очередь убивать. А, я на него еще и запрыгнул, да? Да пошли вы нахер! Да на кого? На кого ты, блядь, наводишься? Объясни мне. Да вот... Да... А, это утроби, куропатки, не бегучие. Блядь, да что такое? Да заебали. Да заебал, да прицелься на него. Это пиздец. Это просто пиздец. Я потерял пол хп на имбецилов. Че вообще получил? Ключевой предмет. А, хрустальный череп, все понял. Теперь мне надо наверх. Это наверх, мне надо на лифт. Блин, ну это было пипец как муторно. На эту клешню ебаную, нахуй, просто нахуй, топ. Ебаную. Пошел нахуй. Да, ну... Да ебать, колотится в жопу. Пошла нахуй.
Заебало. Блин, я не знаю, с Вергилием будет вообще тяжко. Мой пердак просто улетит в стратосферу, блин. О! Да. Это будет эпичненько. 15 000. Все. Я ополовиненный. Ружье вместо говной миды. Мятежник, армирован. Все хорошо. Я знаю, что там, по-моему, на дробовике можно заряжать, что я видел мельком на картинках. Так, ну что? Вергулька. Ну если что, у меня есть святая вода, она, по-моему, забирает половину хп. О, босса. Вот и ты. Ты точно знаешь, как устроить вечеринку. Ни еды, ни выпивки. Единственная девчонка ушла. Мои искренние соболезнования, брат. Мне так не терпелось увидеть тебя, что я просто не смог сконцентрироваться на приготовлениях. Неважно. Как ни крути, мы уже целый год с тобой не виделись. Не поцелуешь младшего братика? А еще лучше, не поцелуешь ли это? Значит, это и называют трогательным воссоединением семьи? Ты, черт возьми, пах. Нет. Пошел нахуй. Воу! 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 Иди нахуй! Не надо мне твоего добра. Воу! 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 Да иди в жопу, подожди, стой, остановись. Нет, это не то. Погоди. Блин, не то. Слушай, ты... подожди, дай брату подлечиться. Подлечиться. Я не помню, как это было, блин, не знаю. Блин, я побьёт. Ой, ой, ой! Гусь! Давай. Давай, сучка. А! Да господи, ядрен, ты ж не... Да за... Да господи, подожди.
А, ну да, я идиот. Все, все, я согласен, да. Проебал еще за ним золотой шар. Воу! Это что было? Это что это было? Ямат, ты вспотел. На тебе лица нет, и прически твои гламурные. А! Да не в ту сторону, зачем ты от него подпрыгиваешь? Плюшки прикольные. Я тоже так умею. Как я боссов побеждаю, грехов не могу. Да подожди ты. Все, изи пизи, блядь. А крипов не могу. Почему ты отказываешься принять силу? Силу нашего отца Спарды. Отца? У меня нет отца. Я просто не как ты. Вот и все. Оу! Марш! Глупость, Данте! Глупость! Могущество контролирует все! А без силы ты не сможешь защитить никого! Даже самого себя! Ты наконец получил его? Да. Теперь заклятие, наложенное Спардой, будет взломано. Я вижу, дьявол внутри тебя наконец проснулся. Стой! Нам нужно идти. Сейчас у нас есть все необходимое. Oh!
А на этом мы, пожалуй, закончим. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмакайте на колокольчик и оставляйте свои комментарии. С вами был канал Фантагейм. До новых встреч!